Сюда? Нет, просто открыть. Ну это для сравнения. Сколько этот открывается и как этот открывается? Это пиздовато открывается. Не матерись. В этом тренчик есть, а в этом... Блин, этот хуже. Я ногти грызу, так мне целое дело там зацепиться. Я понял. Что, на сухое вещество проверим фильтром. А, проникнул. Я буду сейчас глянуть. Роман, да? А что это у вас такое? Где? Камера. Камера? Ну да. Просто записываете и все? Ну да. Я просто думал, может проверять, там что-то пробивает. Нет, проверяю, вот. А ну, что это? Ну это фильтр. Роман, на куда ведро воды? Туда, к машине? А сейчас я покажу. На это самое, крупное зерно? Ну да. Но не крупнее, чем предыдущие? Не знаю пока. Сейчас узнаем. Я думал, вы пробиваете эти штуки, что ли? Нет. А это мини-гэмера такая? А из какой цели, если не секрет? А? Записывать с какой цели? Ну как? Ну вот, скорость, допустим, через какое время прошло, я по камере могу по секундам посмотреть. А, то есть вот это прошло, кил, допустим, быстрее прошла, да меньше? Сколько замешивается по времени? Допустим, вот это сколько по времени надо замешать, и вот это. Если полминуты разницы, это уже очень много. Правильно? Наверное. Если на 1000 мешков взять, у нас же объем большой. Каждую секунду. Вот такой серьезный подход. Так, я просто не часто встречал, чтобы так вот, знаете, фильтровали. Видите, она раз. И нету, да? И все, да. А вот это вот. Странно, микрокальций-то просеяны все равно. Дольше по времени, плюс. Угу. Ну. Не знаю, всегда проверяю. Я вам говорю, я с таким не столкнулся. Открываемость мешка. Этот два раза дольше он открывал, чем вот этот. Ну, значит, найдешь мне мешок? Нет, значит, ему дольше время надо, чтобы открывать. Почему здесь сварить трехслойный, здесь трехслойный, да? У них просто он уже, в смысле, ну, уже по ширине, но по толщине он толще. Нет, вы не поняли. Если вот он взял мешок, понимаю, рабочий. Я что он открывает, так он ножик его открывает. Я не знаю, у нас просто как обычно, все фирменный слой бумаги, он потолще. Полиэтиленовая вставка, у них то же самое все. Не знаю, почему он дольше открывает. В этом тренчик есть, а в этом... Разница, у нас же тоже полиэтиленовая вставка. Может, у нас полиэтилен просто пожестче, поплотнее. В этом тренчик есть, а в этом... У нас условия хранения, может быть, дольше. Не понял. Этот рабочий подошел, он должен взяться и открыть его. И должно быть аккуратно все, без всякой пленки торчащей, открыться. Ну, либо ниточка какая-нибудь, чик, открыл. Нет, мы такую покупку не делаем. У нас как-то... А вот будете делать, вашу начнут чаще покупать только из этого уже. Да? Конечно. Я не задумывался. А если были бы ручки, он бы два мешка мог бы брать, носить. Он, видите, он дорожает себестоимость значительно. Когда упаковка же, она же тоже влияет на себестоимость. Это просто я был бы какой-то, сколько стоит мешок, простой. Я понимаю, если бы было бы приспособление носить по два мешка, допустим, сразу, уже бы продажи были бы больше на какой-то процент, нежели вот такая простая. Я даже не говорю, ну как, как вы задумаетесь, это же маркетинг. Это же простые вещи. Или он на пузе носит, или в руках. Ну, это понятно, что разница есть. Да. А если покупаешь, там, 10 поддонов, вы тележку в подарок, которая по лестницам ездит, все, у вас бы стали по 10 поддонов брать. 10 поддонов, это не так много. Ну-ка, я к примеру. Что-то скажете? Шпаклевку. Про шпаклевку скажете? Шпаклевка продается? Да. А что именно сказать? Ну, вы говорили, что... людям предлагаете, они говорят, что то там не подходит. А почему? Не понял. Ну, говорили, что она не подходит по каким-то параметрам кому-то. Я говорил вам, что не подходит каким-то параметрам? Нет, вы кому-то давали шпаклевку. Они возвращают, говорят, там не подходит. А ну, почему? Когда я
говорил, что она не подходит. Я не совсем вас понимаю. Я не понимаю вопрос. Давайте еще раз. Вы раньше кому-то предлагали, говорили, помните, на улице? На улице мы шли, вы говорите, вот мы людям давали, они говорят, завтра скажем. Помещаю, говорят, что не подходит. А, ну, были разные причины. Где-то была поверхность непонятная, не огромного. Где-то у кого-то надо было тянуть побольше, да, у кого-то наоборот поменьше тянуть. У кого-то шипели, да, чтобы она хорошо слишком шкурилась. Кто-то слишком гладко, кто-то слишком жестко. Это вы знаете, как вам, пришли, да, вы говорите, надо мешки с ручкой. А кто-то говорит, не надо мешки, надо мешки проще, надо попарка поменьше. Сколько людей, столько мне не складывается. Было бы это плюсом. Так, сейчас наша шпаклевка. Ну как, так, чтобы было сравнить с чем. Почему уголок принципиально, Роман? Нет, просто. У вас некоторые подходы, которые я не встречаю. Не часто встречаю на работе. Ну, вы же надо шпить.
Налог? Да. Надо проверить, как он крутится. А вы это не будете сегодня? Не высыпите себя на углу. А? Как-то молодец. А можно, можешь потелечек маленький? Я ей позвонил, она сейчас узнает, там у нас еще церковь есть большая такая. На церкви. Церковь еще есть. Там надо плитку или мрамор там, я не знаю, что там будет. Она узнает и перезвонит. Хорошо? Давай, я не забыл. Пусть высохнет. Спасибо. Посмотрим. Ну так, по этому самому, да, по первому ощущению. Вот у нас за детей делать. Тут же нет ничего. А вот. Не в одном месте. Почему так? Не знаю. И в третьем. Я специально выбрал с большим окном, чтобы светло было. Сейчас посмотрим. Верхняя 639, здесь
661. Разница. Да? Ну проходит сквозь фильтр главный? Не проходит. Проходит? Можно больше использовать? Сейчас подожди. Ага, сейчас я сам подтяну, там в другом месте. Для ручного хорошо. Нет, для ручного это жидко. Жидковато, да? Да. Я уже боюсь с вами спорить. Смотрите, как вы подходите к вопросам. Не, она будет со шпателя у вас стекать на ручном. Роман, я понял, но как сказать. Каждый занимает свою специализацию, да? Если я производство, вы строитель, да? Вот, видите,
проблема. Шитровка такая же проблема. Пузырьки. Пузырьки, пузырьки. Вот они, явные большие пузырьки. При втором они сильнее. Но при высыхании как она себя будет нести, не смотреть. Пузырьки. Когда стоит лучше. Значит, результаты даст. Вы когда стирать, я будете почувствовать. Подождем вот. Что? Подождем до завтра. Да, конечно, подождем. Пусть высохнет. Может, сейчас пока восторгаться, как она легко идет. Как она классно наносится, как через узкое сопло, как проходит, как мимо. Нет, нормально, я предлагаю, подожди на сайт, там есть достойная организация, я ни в коем случае не хочу сказать, что ваша достойная. Люди тестировали на совершенно разных объектах у нас все происходило. И, как бы, я отзывы уже написал. Я вам приводил пример, вот огни залива, да, одно из таких, здесь жилого строительства. Ну и на операции там, соответственно, что мы делали с нашими материалами. Ну, надо. Надо, я не говорю, что давать сейчас мне решение, нет. Мы сейчас пускай посмотрели, мы поедем, наверное, сейчас не будем. Да. Надо, тестировать на 1000 квадратов минимум, а так смысл не. Я поэтому говорю, берите сразу фуру, тестируйте. Ну, мне Роман как сказал, что если вам понравится материал, то тогда уже будем разговаривать об объемах. Роман, давайте завтра созвонимся после 4, да, так где-нибудь. Что сейчас состоять? Ну, все посмотрели, в принципе, технология у вас. Более чем достойная работа, как вы это делаете. Я удивлен, честно скажу, за 4 года, сколько ездил по объекту. В смысле? Ну вот вы снимаете, да, фиксируете, что делаете. Обычно, знаете, люди так говорят, на глазок, я говорю, вы хоть посчитайте, сколько там написано, что там видите. Угу. Или что там делать. Когда приходишь, вообще было феноменальное слово, шукатурка цементная, там, космодия. Они начали использовать как шпаклевку. Ребята, вы что, с ума сошли, что ли? Как вы ее хотите вытянуть, штукатурку, вы о чем? Ну да. Есть такие плюсы, поэтому у вас, как вы знаете, вы фиксируете с этим. Приятно. А на камеру потом видно хорошо, я всегда так делаю. Не говорите, поэтому у меня вопрос не возникает, как это, к выполнению работы. То есть, либо возникнут вопросы, что там, как произошло, но это уже не... Мне все понятно, все устраивает. Посмотрим, как она будет шлифоваться. Да, ну что это за ваш. Потому что вот, допустим, ротбанпаста, планексом мы ее шлифовать не можем. Она слишком мелкая, она комкуется, забивается в... И все проходы забивает, и мы не можем... Она тоже вроде хорошая, правда зерно мелкое слишком. Мелкое зерно, она не так, не знаете, кто-то говорит, что она хорошо шкурится, кто-то говорит, что она плохо шкурится. Опять, насколько у людей привычка, да? Вот я говорю, почему я вас спрашиваю каждый раз, как она тянется? Ну, вроде бы легко тянется, классно, да? Глянцевая, беленькая, лучше, чем кто-то, на мой взгляд. Да, по внешнему виду. Ну, не хорошо, даже не хуже, чем кто-то, да? Ну, дальше, как она себя подвести? Вы, вот смотрите, хилта. Мне пришлось один раз нанести и зашпаклевать. Здесь пришлось два раза нанести, чтобы зашпаклевать. Ну, опять, ну, лишняя операция. Я понял, смотря поверхность. Вы наносили более тонким пескоструем, да, извините, такой патологии. А там было более широкий. Ну, вот здесь более широкий. Внизу было более широкий. Да, она... Ну, первый слой вы нанесли более широким, да, вот тоже за один раз прошли. Ну, что же его не меняли? Проходили за один раз. Более широкий. Аналогичный пример рядом. Давайте посмотрим, когда будешь курить, свое решение будем принимать уже в среду. Вы завтра спокойно поработаете. А нам еще действительно надо успеть в другую часть города, тоже на объекте. Мне тоже. Поэтому, ну, мы тогда отклонимся, Роман, если можно. Вы конечно. Там, посередине, да, где мы заходим. Да, да, давайте я провожу.
Прошел час. Чуть сыровато. Но она попозже делалась. Вот так если смотреть. Шпаклевочка-то ничего. Посмотрим завтра, как шкурится будет. Вот здесь, Андрей. Вот здесь. Ток вот здесь, рядом, кстати. Был вчера. Сука. Вот новая шпаклевка. Она на ощупь более гладенькая. Вот на ощупь она такая гладенькая. Вот это наша, которую мы шпаклем. Она такая грубенькая, да? Угу. Это такая гладенькая. Посыпется надо. Посмотрим, вот я и хочу проверить. У тебя 80-ка. Давай половину 80-кой, половину 180-кой. Есть у нас 180-ка. Всякая у нас есть. 240-я, 320-я. Свежая 80-ка. Свежая, конечно. Что мы будем? Тестить, тестить. Ну, видишь, я даже отметил на ЛАЖ. Она действительно такая. Не видно. Фонариком. Наш тоже неплохая шпаклевка, в принципе. Вот такую каплю она дает. Не стал зашпаклевывать, чтобы показать. Ты что, думаешь, лучше будет? Я не думаю, что лучше. Я просто это... Ну так-то для ручной, может, она вообще нормальная, да? Смотри, гладенькая какая. И наша. Наша даже на ощупь чувствуется зерно такое. Напылять... Вот идет наша. Идет наша. Нормальный факел. Пошла белая. Факел сложился, полосить стало. Он, видишь, все в полосках. Прожектор надо? Надо, надо, как без прожектора. Вот так лучше, конечно, сразу хорошо, так светло. Может, нет тока? Андрей, может, нет тока просто? Это не оттуда. Это провод. Саша, вот этот провод. Сейчас я включу. Кажется.
Опа-на! Ну ладно, будем с этим. Откуда начнем? Отсюда. А что не у нас? Ну-ка, Ваня. Принеси, пожалуйста, там в коробке 180-я наждачка. Только проверь на листке, чтобы тоже 180 было. На самом? Ну, на втором, да. Ты низ 80-й, вверх 180-й. Я что заметил, знаешь что? Вот везде в интернете, кто показывает, у них планекс черного цвета. А у, блядь, ой. Вот у нас белого, да? Нет. У нас всегда белого. Сразу видно, кто много работает, а кто просто так купил. Одной бы хватило. Да? Ну, на всякий подарок. Да, да, да. Подушка торчит за щетки, и поэтому... Ну да, ну не присасывается. Но если снять, она заряжаться будет. Это нужно очень хорошие стены. Ну если ее снять, она и присасывается мощнее. Нет. Сними, не хочешь. Да не, не хочу. Уже привычно так. Thank you.
вопросы задают. А можно планексом под покраску вышкурить? Как нельзя? Можно? Можно. Только ими можно. Нет, какими скульками. Восьмидесяточка, 180-очка. А давай нашу попробуем теперь так же. Половину 80-ки, половину 180-ки. Давай так же, да. При шлифовке больше проблем с нашей, да? Сверху? Ну, давай так, как удобно. 80-кой. Зато она не пылит.
А тут видно, как зерно выдергивает, да? Да. А на той нет такого, там просто царапины. Тут 70 кидает. Просто царапина от наждачки. Маленько есть, но очень-очень мало. Но, не знаю, с первого взгляда мне показалось, что там аккуратнее распаклёвано просто. Или то же самое. Ну да, здесь я просто разровнял. Там на той, на новой, на промикс. Наш слой даешь, она ровно разглаживается. Та шпаклевка, слой дал, она вся в пузырьках. Пузырьки полопались и остались ямки. Поэтому я ее ровнял и ровнял. Долго. Ну, спасибо. Так, ну что, друзья, такой вот мы тест сделали шпаклевки Primix. Сравнили ее с Kilta LH. LH мы раньше работали, Primix нет. Вот первый раз. Что хотелось бы, какие выводы сделать? Вышкуривается, конечно, она хорошо, получается качество даже под покрасочку такое хорошее. По сравнению с LH, скажем. LH зерно 003, у Primix 001. И сами видели, что да, LH очень сложно вышкурить, под хорошую покраску практически просто нереально вышкурить ее. Разглаживается, пузыри какие-то пошли, да? Ну, в принципе, выгладилось, да? По нанесению наносил нашу шпаклевку, пошла, ну, как бы через один шланг пускали сразу две шпаклевки, ну, то есть наша кончилась, пошла та Primix, пошла Primix, факел сложился, да, и стала полосить по бокам. Вот. Ну, в принципе, можно работать, да, пылит жутко, конечно, но надо настраивать оборудование под каждую шпаклевку, что сказать, правильно? Под LH я тоже долго-долго искал, настраивал, чтобы было и производительность была, и все. Так, раз вы досмотрели до конца, вот до этого момента, да, значит, у вас как в жизни что-то связано, да, с шпаклевкой много. Может, в маляр, может быть, производитель, продаете шпаклевку, не знаю. Значит, у вас есть какой-то опыт со шпаклевкой, и вот у меня есть к вам огромная просьба. Вот есть группа, механизированная шпаклевка, да, она, в принципе, через поиск тоже ищется. Вот она, ВК, шпаклевка. Я все равно ссылочку оставлю под видео, да. Здесь, тут голосуем. В обсуждениях, так, есть такая тема. Делимся опытом по шпаклевке для механизированного нанесения. Много маляров тут смотрят это тему. Интересно узнать мнение, опыт разных людей. Отписывайтесь, пожалуйста, какими шпаклевками работали, какие-то вам не понравились, чем не понравились, какие-то понравились, чем понравились. Ну, любая информация очень важна. Спасибо, я буду всем очень признателен. Все, кому понравилось, лайк, не понравилось, лайк все равно. Подписываемся на канал, на группу. Ну, там в друзья, может, добавляйтесь, тоже хорошо. Все, всем спасибо, пока. Всем удачи. И с наступающим Новым годом. Мы уже тут поменяли.